Многое уже сделано, однако большая работа еще впереди. Это неоднократно подчеркивал мэр города Александр Полышенков, докладывая губернатору региона Константину Сумару о текущих дорожных и проектных работах. Пресс расширяется, а потому требуются новые современные дороги, новые переходы и новые подходы к технологиям работы. Руководитель области неоднократно подчеркивал, что все, что планируется, должно в первую очередь быть ориентировано на благо людей. Мы действительно поддерживаем все те предложения, которые идут от нашего населения, от общественных организаций. Но это все делается в плановом порядке. Конечно, кому-то хотелось бы сделать вот возле его дома, там, например, или в том микрорайоне, где проживает тот или другой человек и так далее. Но я еще хочу раз подтвердить, что мы планируем работу заранее. Делаются проектные работы, планируются бюджетные средства для этих целей. И, конечно же, мы стараемся по большому счету, и это планом порядка так будет делаться всегда. Делаем так, где само надо, не в первоочередном порядке делать эту работу, и потом дальше будем переходить с этой работы попозже, на 2016 год, на 2017 год. На сегодняшний день в Бресте есть проблемные дорожные участки, которые ждут ремонта. Реконструкция транспортного узла на пересечении улиц Московской, Стафеева, Есенина и Гродненской, строительство новых автомобильных парковок на пересечении улиц Октябрьской революции и Волгоградской. Список планируемых участков немал. Константин Сумар считает, что все текущие вопросы будут решены только в том случае, если проектные организации и структуры, занимающиеся ремонтом, будут ответственно подходить к своей работе, экономно расходовать денежные средства. Губернатор региона считает, что свой весомый вклад в ремонт дорог внесет новый налог – госпошлина на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Те работы, которые мы обсуждали, уже сверхплановые, потому что вы видели, что докладывали по тем же дорогам, которые надо реконструировать полностью с асфальтным покрытием, в том же Бресте планировали 20 километров, а всех более 70. Это значит, растягиваем на 3-4 года. Мы же договорились, чтобы эти дороги в течение 2 лет этих сделать. Поэтому именно за счет дорожного сбора мы будем иметь возможность дополнительно провести очень большие работы. Как на городском, так и на областном уровнях ведется постоянный мониторинг дорожных покрытий, которые нуждаются в полной замене. За 2013 год в городе над Бугом было заново отремонтировано 11 километров дорог, на что из городского и областного бюджета ушло порядка 16 миллиардов белорусских рублей. Уже в 2014 планируется сменить около 16 километров дорожного покрытия. Константин Сумар уверен, если внедрять новые технологии в ремонт, а не заниматься латанием дыр, то это обойдется бюджету дешевле, в том плане, что будет сделано качественно и надолго. Во-первых, уйти максимально от проведения ямочного ремонта. Деньги там закладываем мы большие, но исходя из некачественного проведения работы, может, и технологии не позволяют, и еще климатических условий не успеем сделать, как она уже к концу года начинает снова появляться, эти ямки. Таким образом, мы деньги тратим, я считаю, нерационально. Поэтому максимально будем уходить от ямочного ремонта, а делать асфальтированное покрытие сплошное. Это то, что касается реконструкции дорог. И второе, вот те развязки, которые мы обсуждали по микрорайонам города Бреста, они обязательно будут увязаны с возможностями устройства пешеходного велосипедного движения. Губернатора беспокоят густонаселенные районы, где нет достаточного количества места, чтобы организовывать детские площадки, высаживать деревья, создавать уют и безопасность в дворах. На сегодняшний момент, как отметил глава области, этот вопрос активно рассматривается. Возможно, вскоре появится новый проект, в рамках которого будет реализовываться данная инициатива. Если сегодня кто-то будет предлагать вариант строительства любого дома для уплотнения, где-то вот там, где не хватает территории и деткам нашим гулять, и в том числе и транспорт где-то ставить, то, во-первых, этого человека на работе больше не будет, во-вторых, никто не будет давать разрешение. Ни в коем случае не делать уплотнение там, где невозможно, там, где будут трудности для проживания людей. И ни в коем случае ни одного больше объекта торгового никто не будет размещать в городе Бресте. Хватит, наелись. Надо это все закончить и привести все в порядок. Анастасия Назрин-Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.